Я еще даже в лес зайти не успел, снимаю вроде бы третий фрагмент. Я взял корзину, я даже не ожидал, что здесь будет такое количество грибов, подосиновиков. Классно, здесь подосиновики, в ельник заходишь, там еловые, белые. А здесь вон оно что творится. Ну вот этот уже оставим зверушкам, переросший гриб. А здесь вот, вот такого красавца мощнейшего возьмем на сушку. Вот этот на заморозку пойдет, помоложе гриб. Ну а если мы сместимся еще подальше, увидим еще один красненький огонечек такой. Вон он горит. И это еще один гриб. Вот так с поляны. 4 штуки. Супер. И вот еще двух таких красавчиков я пропустил.